Крупнейшему в Смоленской области Ярцевскому хлопчатобумажному комбинату исполнилось 100 лет. Большими успехами встретили текстильщики юбилей своего предприятия. 500 000 метров ткани и 100 000 тонн пряжи они уже выработали дополнительно к плану третьего решающего года пятилетки. Здесь, на Ярцевском комбинате, родились трудовые почины, поддержанные текстильщиками других предприятий страны. Многие ткачихи обязались обслуживать вдвое больше станков, чем положено по норме, а передовые предельщицы комбината выступили с инициативой ежемесячно выпускать сверхплановую тонну пряжи. В канун юбилея более 200 работниц предприятия рапортовали о досрочном завершении заданий первых 3 лет пятилетки. На торжественном собрании, посвященном празднованию столетия комбината, текстильщиков тепло приветствовал первый секретарь Смоленского обкома КПСС Клименко. По поручению Президиума Верховного Совета СССР товарищ Клименко прикрепил к знамени комбината орден Ленина.